Сейчас ты сможешь максимально расслабиться и уснуть. Эта медитация поможет тебе достичь этой цели. По мере того, как ты будешь слушать эту медитацию, твое тело постепенно начнет погружаться в глубокий сон. И с каждым прослушиванием данной записи входить в состояние сна будет все легче и легче, так как эта практика имеет накопительный эффект. Все, что тебе нужно сделать сейчас, это позволить расслабиться своему телу и сознанию. Постепенно мой голос будет затихать, сопровождая тебя в приятное засыпание. Хорошо. Расположись максимально удобно. Закрой глаза и сконцентрируйся на моих словах и на своих ощущениях. Теле. Ты можешь заметить, что в таком удобном, приятном положении легко расслабляться. Постарайся сохранять неподвижность своего тела на протяжении всей медитации. Туда, куда я тебя буду просить. Если ты заметишь, что твое внимание переключается на мысли, образ, звуки, просто верни его в ощущение и оставь там. Хорошо. Сконцентрируй все свое внимание. Сделай хороший, глубокий вдох, желательно через нос, и задержи дыхание на несколько секунд. Да, хорошо. Теперь очень медленный выдох, как будто выдыхаешь через трубочку. Сделай глубокий вдох. Да, задержи дыхание. Хорошо. И медленно-медленно выдох. И представь цвет воздуха, с которым уходит из тебя все накопившееся напряжение. Представь, что напряжение имеет цвет, и какой цвет этого напряжения у тебя. И представь, как это напряжение выходит из тебя на выдохе. Ощути границы своего. Где внимание, там и расслабление. Любой дискомфорт усиливает твое расслабление. По мере того, как ты будешь сейчас слышать мой голос, посторонние шумы, стресс, звуки постепенно отступают в сторону. Ты погружаешься во внутренний мир. Мир
покоя и безопасности. Каждое мое слово волшебным образом помогает погружаться в спокойствие и комфорт. Начинаем расслабление с ног. Сосредоточь все свое внимание на правой ноге. Расслабляется стопа. Переносится выше. Расслабляются мышцы живота. Поясница. Идеально. А теперь сосредоточься на правой руке. Расслабляется большой палец. Указательный. Средний. Безымянный. Мизинец, расслабляются ладони правой руки, расслабление идет вверх, расслабляя предплечье, плечо, и вот вся левая рука погружается в сон. Со временем ты заметишь, как правая и левая рука становятся более тяжелыми. Тело неподвижно. Теперь сосредоточься на лице. Все мышцы лица расслабляются. Расклашивается кожа лба, расслабляются уголки глаз, расслабляются веки, язык, расслабляются жевательные мышцы. Подбородок.
слегка отвисает. Выражение лица становится умиротворенным, как у спящего человека. Очень хорошо. Приятное расслабление разливается по всему телу. С ног до головы, из головы до ног. Возникает ощущение, что тело теряет свой вес, как бы погружаясь в теплую воду. Все клеточки твоего тела как бы смотрят на тебя и с благодарностью погружаются в глубокий, целебный сон. Ты хочешь спать, по мере того, как ты слышишь мои слова, постепенно погружаешься в целебный сон. Это чувство покоя может быть также связано с приятными моментами в твоей жизни. И, возможно, сейчас в память всплывают эти приятные воспоминания. Как тебе было хорошо, спокойно, приятно. Возможно, это какие-то теплые воспоминания из детства, или моменты на природе, или что-то другое. Просто позволь себе мысленно переместиться в те моменты. Перенестись в те приятные ощущения. Хорошо. И по мере того, как ты достигаешь состояния расслабления и покоя, ты можешь заметить, твои мысли замедляются, возникает пауза, а просвет, промежутки между ними. Время от времени появляются удивительно приятные ощущения безмолвия ума и внутренней тишины. Останавливается. Это подобно тому, как рассеиваются облака и появляется бескрайнее голубое небо. Безбрежная гладь океана, бесконечно заснеженные равнины. Здесь и сейчас абсолютно безопасно и спокойно. Мысли ушли, растворились. Приятная пустота и равновесие. Ты как бы здесь и не здесь. Возникает состояние отстраненности наблюдения. Ты ничего не ожидаешь, не желаешь, а только наслаждаешься этим необыкновенным внутренним комфортом.
все глубже и глубже погружаешься в это необыкновенное, удивительное, чудесное, сонливое состояние. Ты как бы сливаешься с этим волшебным состоянием сна. При этом желание спать нарастает с каждым моим словом. Сонливость усиливается с каждым вдохом. Через несколько мгновений ты услышишь счет от 20 до 0. С каждой цифрой, которую ты будешь слышать, твое расслабление и покой будут становиться все глубже и приятнее. С каждой цифрой состояние сонливости будет нарастать, и на цифре 0 оно станет максимально сильным. И ты позволишь себе свободно и легко погрузиться в глубокий, приятный сон. Ты будешь чувствовать, как повышается твой уровень расслабления. При этом уровень мысленного и физического напряжения и на цифре 0 напряжение полностью исчезнет. И когда ты услышишь цифру 0, ты автоматически войдешь в прекрасное состояние глубокого и крепкого сна. Очень хорошо. Так, 20. Расслабляемся глубже. 19. Расслабляешься все больше и больше с каждым выдохом. 18. Чувствуешь себя в безопасности, комфортно. Слушаешь только мой голос. При этом замечаешь, как сознание начинает как бы уплывать. 17. Расслабляешься еще глубже и глубже. И спокойно наблюдаешь за тем, постепенно проваливаешься в сон. 16. Твое тело расслаблено, так же, как и мысль, и тело может расслабиться еще более полно. 15. Все мысли уходят. Растворяются, исчезают. 14. С каждым вдохом становится легко и свободно. 13. Чувствуешь себя спокойно, комфортно и легко. 12. Чем чаще ты будешь практиковать данную медитацию, тем быстрее ты засыпаешь. 11. Тем быстрее погружаешься в сон. Сон. Границы тела
растворяются. 10. Пустота и покой. Покой и пустота. 9. Состояние сонливости ощущается все сильнее и сильнее. 8. Очень хорошо. И чем сильнее сопротивляешься сну, тем еще глубже погружаешься в это прекрасное целебное состояние. 7. Все растворяется, исчезает, гаснет. 6. И на цифре 0 полностью погрузишься в глубокий и целебный сон. 5. С каждым выдохом засыпаешь. Теперь можно отпустить все.